ищешь работу? Дело вот в чем. Когда-то давно у моей семьи была винокурня. Там делали лучшее в мире пойло. Макхеллен 57. Но винокурня разорилась, и все пропало. Но в записях моего прадеда говорится, что они выдерживали виски под водой по всему округу. Эти бочки так и не нашли. Я искала их много лет. Если найдешь все, я тебе заплачу за труды. Одна из бочек наверняка в озере поблизости. К востоку есть метка. Здесь так красиво.